Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня у нас будет довольно-таки необычное и внеплановое видео. Дело в том, что мне пришло очень интересное уведомление на YouTube, какое я сейчас вам покажу. Итак, вот я перешел в панель управления на YouTube, на свой канал, и мне пришло вот такое вот уведомление. Если у вашего канала есть неактивные подписчики, то 13-14 декабря 2018 года они будут удалены, и общее количество подписчиков уменьшится. Меня на самом деле это очень напрягло. Я, не думая, написал себе в группу об этом, что мне пришло вот такое вот уведомление. Вот, если что, моя группа, и вот, если что, это запись. Я написал: все, пацаны, пиздец моему каналу. Как бы, да, я просто сразу не понял, что произошло. Как бы, я не почитал подробнее. А теперь давайте вам покажу, что написано все-таки в подробнее, и разберемся со всей этой ситуацией. Вот что у нас, в принципе, написано в подробнее. Я вам полностью ничего читать не буду, как бы, ну, почитаю кое-что, но полностью читать всю эту статью не буду. Если хотите, можете поставить на паузу, прочитать сами. Вот, о количестве подписчиков. Если у вашего канала есть какие-то подписчики, то 13-14 декабря этого года они будут удалены, и общее количество подписчиков уменьшится. Уведомление об этом появится в творческой студии. По числу подписчиков можно понять, сколько пользователей регулярно смотрит ваш контент и следит за обновлениями на вашем канале. Вот где эта информация отображается в реальном времени. Но это, в принципе, не интересно. Я думаю, все понимают, где можно посмотреть подписчиков на своем канале. Итак, смотрим дальше. Удаление закрытых аккаунтов и неактивных подписчиков. Вот что понимается под закрытыми аккаунтами и неактивными подписчиками. Закрытие аккаунтами – это аккаунты, которые были удалены сами пользователями или заблокированы из-за нарушений правил. Неактивные подписчики – это подписчики, привлеченные мошенничеством способами, например, через платные сторонние сервисы. Скажу сразу, что мне переживать, в принципе, незачем, потому что у меня накрутки нету на канале, все подписчики это реальные люди, которые на меня подписывались. Я как бы никогда накруткой не занимался. Да, у меня сейчас актив довольно-таки плохой на канале. Давайте я вам даже это продемонстрирую. Вот, если что, активность за последние 28 дней. Время просмотра минуты. 222 тысячи. Как бы для вас, я думаю, это много считается, но на самом деле нет. Это довольно-таки немного. Или стоп, это 154 дня. Ну, короче, неважно. Также можем посмотреть данные в реальном времени. Я думаю, это будет поинтереснее, вы здесь больше поймете. Это у нас просмотры за 48 часов. 2900 просмотров. За последние 60 минут 120 просмотров. Ну, как бы просмотры у меня довольно-таки упали. У меня старенький канал, ему уже скоро будет, наверное, 5 лет, поэтому я как бы не скрываю того, что актив на канале моем упал. Как бы канал поднять очень трудно, а скатиться очень легко, я думаю, сами это понимаете. Вот, кстати, вы можете посмотреть статистику просмотров за 28 дней, вот. Это сколько подписчиков подписываются, ну, точнее, людей подписываются. У меня как бы есть партнерка, но от нее мне особо ничего не капает, и снять я это не могу, если что. И вот просмотры тоже 78 тысяч. Ну, короче, пацаны, актив довольно-таки упал, но я считаю, что потребности удалять подписчиков нету, потому что моя цель, пацаны, это 14 тысяч, что было на канале. Я просто все-таки надеюсь на то, что они отпишут именно тех подписчиков, которые, ну, типа, знаете, не активят не очень долгое время, потому что, как бы, я собрал очень большую аудиторию, ну, для меня это 13 тысяч, это много. Понятно, что в Ютубе это очень мало, это вообще, блин, ну, херня полная, 13 тысяч. Я стараюсь поднимать активность на канале, выпускаю видеоролики регулярно. Возможно, что-то я делаю не так, как бы. Если я делаю что-то не так, пацаны, поправляйте меня в комментариях. Что я хотел вообще сказать, что, если что, не нужно так сильно волноваться за то, вот пост, что я кинул, как бы, у меня накрутки нету. Если YouTube пишет именно тех подписчиков, которые неактивные, там, год, то это будет очень плохо, потому что я боюсь, что у меня подписчиков, наверное, останется 1005 максимум, если не меньше. И это будет очень обидно, то, что я шел к своей цели, 13 тысяч, там, и так далее, и в итоге придется, так сказать, наверстать его обратно. Да, то, что неактивных подписчиков удалять, это хорошо, как бы, зачем нужны неактивные подписчики на канале, но сама цифра, она то, тоже очень важна, как бы я считаю так. Это такое душевное, пацаны, видео, я не хочу его надолго затягивать, поэтому я все вам показал, как все есть, в принципе, статью вам прочитал и так далее, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пока вас еще не отписали, в принципе, новых подписчиков, я думаю, точно отписывать не будут, поэтому, кто еще не подписан, подписывайтесь и ждите новых серий, видосиков и так далее. Все, всем пока-пока.